В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». Готовность стартового котлована на улице Галактионовской составляет 95%. В завершающей стадии бетонирование фундаментной плиты. Переустройство инженерных сетей в границах будущего станционного комплекса завершено на 75%. В зоне метростроя на Полевой и Новосадовой стартовый котлован планируют подготовить к началу марта. Сейчас его устройство выполнено почти на четверть. Все работы находятся на ежедневном контроле регионального заказчика, подрядчика и администрации Самары. Напомним, что с появлением новой станции метро время в пути по ветке составит 20-25 минут. Интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. Количество составов на линии увеличится. По расчетам специалистов, пассажиропоток вырастет минимум на 15%. Театральная позволит как жителям отдаленных районов добираться до центра, так и наоборот, и жителям исторической части города до отдаленных районов. Хорошо, что строятся еще станции. Там вот театральная станция. У нас есть Ледовый дворец, на Конечный маяк. Многие ребята туда добираются, да именно на метро. Потому что не у всех есть лишний там автотранспорт у родителей, например. И им это все помогает. Так что метро нам в городе необходимо, как воздух.